Он мне понаедал. Я же хорошо кормлю. Ну, понятно, понимаю. Просидели день голодный. Ага. Да! Вот так, Толик, если вот так вот слетают, вот так через, ну, все, это ты нормально кормишь. Это 3 дня голодный сидел. Да, да. Ты что? Это, гля, у него половину не слетел, он говорит, я их не кормлю, гля, гля. Да ты что? Это так, это так, это так, это так, это так. Значит, с чего начинаем? Начни с 3 на 3. 3 на 3. Вот она. Коля, это тебе на подарок. Так. Это дарит человек Сум Миколаю Голодко. Володя, это тебе на подарок даю. Ну, аж лицо тебя сниму, потому что этот человек, ну, не настолько, как бы, ну, встретил нас и хорошо, и голубей отдает от души, и дай Бог, чтобы они жили. Дай Бог, чтобы они вас... Чтобы они расскажи, вас... расскажи, вот что ты даришь, откуда оно, то и то, расскажи. Значит, это голубь покойного Гвоздецкого Анатолия Павловича. Який він був голубем? А? Ну, розкажи хоч за нього так. Ну, може. Голуб був льотний, хорошо, летів по 2-3 часа у нього він летів. А за хазяїна скажи хоч 2 слова. Анатолій Павлович Гвоздецький, это, ну, если сказать что-нибудь, это ничего не сказать. Это человек с большой буквы. Ну, как правильно сказать, это голубевод, который всю свою жизнь посвятил голубеводству. Он и селекционер, и гонщик. Он очень-очень любил голубей. Гонял, голуби летели. Он занимался голубями конкретно. Я добавлю, что у меня были Гвоздецкого голуби, летали по 4 часа. Они вот, в зачете, они зафиксированы. Вот я тебе... У меня есть еще память о нем есть, а этот голубь пусть будет у вас на память о Гвоздецком. Хорошо. И еще вот мы сейчас его берем. Коля, возьми. А вот покажи, что у тебя от Гвоздя еще осталось. От Гвоздецкого. Конопатый. Да, вот покажи его. Хромой. Покажи. Сейчас. Да, вот просто так вот. Это уже реликвия, нет человека. Вот его голубь у меня остается на память о нем. Этот голубь остается у меня. Толик, никому ему не было. Никому. Да. Никому. Он пусть это будет память. У меня, сколько он будет жить, он будет жить у меня. Да. Это его голубь, выводной его, старый голубь, он у него тоже летел и долго летел. Скажи за вот эти крылья. Вот это самка. Вот у нее мама, вот это. Мама, вот это, голубка моя выводная от деда-прадеда, это ее мать. А отец у нее был, опять-таки, Гвоздецкого, 2 на 1, ну, темно-серый, такой темный, подпаленный был. Понятно. Вот очень-очень красивые вот голуби вот по полету, вот конопатые, вот как бы, ну не то что красивые, они как бы летные голуби. Я смотрю, вот такие у тебя. Вот это у этой самки тоже Гвоздецкого голубь был отец. Сейчас он живет у Белополья. Я человеку подарил, он ему понравился. Ну там такая шапка, эти ментовы отдыхают. Він не вивернутий, ну шапка. Толик, мы ехали в машине, и я тебе сказал за голубей мента. Вот если действительно они вилетают 3 часа, то честь ему и хвала. Но мене берут сомнения. Что эти вот, может быть, как он говорит, от 10, 40 штук поднялось, от 10
до трьох часов. Ну, до трьох часов остаються які голуби? Я тебе скажу. Ти сам розумієш. До трьох часов, щоб вилітав, це треба такого чорта. Це черти вилітають. Так. Ну, можемо ми чисто прямо сказати, що це більш простые голуби. Ну не такие. Вот той самки дети, вот ее одна осталась чистая прямая дочка. Одни считали. Толик, еще момент. Мы вчера разговаривали за молодых курсаков. Вот тут якого, який тебе не нужен. У нас там товарищ есть такий в лесхозе живе. Баркин, у Баркин. Лесу, у лесу. Сучонок. Як оце ти. Його самого молоденького. Ну, щоб красивий він був. Ну, от красивий. Тільки платити ми не будемо. Та ну, чим ви говорите? Чисто подарок. Я дарю... Баркину. Баркину, так. Дарю подарок цьому чоловіку. Баркину Віктору Григоровичу. Ми веземо це із... Давай, наверное, коробок. Бери коробок і складу. Вложив коробок. Ну, я Значить, давай, Володіного голуба в коробок. Вот этого голуба мне человек дарит. Как-то он мне... Чем-то він не личит. Так, на украинский. На табуретке стоят. На этом. Уже пьяни пьем с утра, с вечера. Ну, в общем, у нас так оно. Слава Богу, что можем еще пить. Да. Вот это я хочу от этих девок, белых, убрать. Угу. А белым этим хочу дать вот все. Хочу сам, хочу дать этому белому. Угу. Вот это у меня есть моя выводная самочка, вот такая вот. Угу. Толик, вот я хочу, вот я всегда спрашиваю многих людей о результатах. Вот сколько у тебя голуби летают? Покажи самую свою летную голубку. Самую летную голубку, которая вот у тебя вот летала долго. Потому что... Всех так сразу я не помню. Вот эта пара, этой весной, вот эта пара и вот эта пара. Вот это вот голубь, угу. И вот эта гречаная голубка. Угу. Это самое дольше. Ну, до двух часов они вылетывали. Но я их не напрягал. А вот на зачет, который тут ты говоришь, что на зачет, кто летал тогда? Значит, уже их нема. Нема, да? Мая, уже их нема. Значит, ты хочешь сказать, что как бы кто летает, то быстро пропадает. Нет, так? Ну, не бачишь, та, которая была в зачете, ее задавила собака. Когда вот собака открыла вольер, и та самка была вот точно вот такая, а ее младшая сестра, только белохвостая. Вот такая вот самка была. Угу. Это тоже голубка летящая. Угу. Была... Нет, у тебя без кольца, потому я ее, наверное, не пускал в зачеты. Угу. Но вот это именно была по той самке. Угу. А у них батька был вот такой, как вот гречане. Вот, так, вот точно такой, только сплошный. Ну, брат, угу. Его считай, по одному и тому же голубу он вышел. Угу. И они... Це летящі голуби. Ну, я тебе ще раз переб'ю. От смотри, я смотрю, у тебе голуби такі, допустим, от є курське направлення, да, ти любиш? Да, да. Ну я їх тільки в цьому душі почав по новій встановлювати. Да, потому как... Да. А от, ну, от по тим голубям, которых ми так немножко, как бы, любим, і це саме... Значить, у тебе були... Ти взагалі не держав, как бы, таких ніколаївських? Це тебе к лому прийшло? Чи було? Ні. Я не от лома, раньше... а от гвоздецкого. Я держал раньше. Толик, смотри, курица что творит. Бьет голубей. Сейчас пойдет вниз. Вот чудачка, а ты смотри, как он идет. Она как голубь летает. А ты ее петух. А, вот. У тебя вот летная птица, откуда она как бы? И у тебя были бакати раз, я да, так, бакати. И курсаки. А все же остальное, вот, мури у тебя появились там, черни. Я держал в доме своих родителей, там у меня было это все. Ну я просто держал меньшее количество. Угу. А
Ну там условия не позволяли, негде было там ставить будку, там это. А когда уже он начал позволять условия, я, ну, львиная доля летных голубей я почерпал из голубятни Гвоздецкого. Ну, мені нравився і польот їх не нравився, і я довіряв чоловіку довіряв так, що ну да. Он глупого не скаже, глупого не подсоветує. А от чубати, от говорять, що чубати це декорація. А ну-ка розкажи за цю чубати. Що це чубати? Самка летяща і дуже летяща. Угу. А що у неї? А, от розкажи от, за от, цю історію. Вивелась, така вивелась. Родители були сизі, білофости, з Артемовська я привозив їх. З Артемовська? Да. І от вивелся такий птенець. Родители я, ну... Убрал. В Артемовске есть такое. Есть такое. Могут не чубатой давать чубатой. Да. Да, это такое есть. Это-то такое есть. Слушай, такие. Что вам показывать такие? Да мы уже вот, мы твою голубятню уже знаем, да, очень хорошо. Вот дарю подарок своему другу. Так. Дарю подарок своему другу это Вите. Да. Да, вот этот вот. Рыжий интересный. Да, это интересно. Да, этот да, прошлогодний да. Голубь. Ну-ка, ага, его. Дарю этого голуба Вите. Вите Величко. Вите Величко, дарю этого голуба. Пусть он помнит обо мне. Жалко, что он не приехал. Ну да, у него сейчас. Да. Він приїде. Ну, хай приїде, ми його встретим. Да. Голуб дуже інтересний. Да. Я його підбрасив, ви голуба видите. А ну-ка, подожди, дайте мені його. А Коля, ти знімеш? От смотри, я сейчас. Я не сніму. Смотри, от. Сейчас я научу тебе. От смотри, от видиш, наводи сюди, а я.